вот пора настала, кому мы схода празднует народ. Еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот. Еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот. В казачий круг сошлись мы в тихомолку, блюдя законы всех великих смут. Прикрыли мы попахами ярмолки, и в седла мы торочили талмуд. Прикрыли мы попахами ярмолки, и в седла мы торочили талмуд. Никто не шел на должность атамана, ведь атаман поскачет первым в бой. Потом избрали Леву Призермана, он взял за это денег, боже ж мой. Потом избрали Леву Призермана, он взял за это денег, боже ж мой. А Исаулом выбрали мы Каца, за твердость духа и огромный нос. Он знамя нам не разрешал сморкаться и отвечать вопросом на вопрос. Он знамя нам не разрешал сморкаться и отвечать вопросом на вопрос. Вот грянул бой, а что мы можем сделать? Кругом враги, а вдруг они сильней? Свои ряды мы развернули смело и вороных пришпорили коней. Мчались в тыл, как полем черный вихрь, решив, что смерть не люба казаку. Как развивались пейсы наши лихо, сплетаясь гривой конской на скаку. Как развивались пейсы наши лихо, сплетаясь гривой конской на скаку. Наш атаман догнал нас на кобыле. Я умоляю, бой вернуться вас. А кони были в перхоти и в мыле, и казаки не слухали приказ. А кони были в перхоти и в мыле, и казаки не слухали приказ. Тут вышел Кац с шилом, браты казаки. Кто в бой пойдет, представлю кардинам. А тот, кто откупился от атаки, тот подвозить снаряды будет нам. А тот, кто откупился от атаки, тот подвозить снаряды будет нам. Мы не сдались на уговоры эти. Там пулемет, а кто у нас герой? Наш Рабинович скрылся в лазарете, сказал, что ранен прямо геморрой. Наш Рабинович скрылся в лазарете, сказал, что ранен прямо геморрой. На нас врагов надвинулась лавина, ряды штыков, огня свинцовый шквал. Мы защищали нашего раввина, он бойко нам патроны продавал. Мы защищали нашего раввина, он бойко нам патроны продавал. Но враг силен, и были мы разбиты, едва успевши распродать обоз. Мы записались все в антисемиты, так был решен еврейский наш вопрос. Мы записались все в антисемиты, так был решен еврейский наш вопрос. Друзья, на пятом канале программа «В нашу гавань заходили корабли». И сейчас ведущий Эдуард Успенский для начала хотел что-то спросить у нашего ансамбля «Слобода». В частности, у вас, Олег Щукин, как руководителя. Да, Эдуард Николаевич. Вы знаете, какая песня очень веселая, тем более в исполнении этого казацкого ансамбля.
Я хотел понять, где вы раздобыли такую песню? За сколько вы ее купили? За сколько вы ее купили? У кого? Очень интересная история. Она нам досталась совершенно бесплатно. Когда-то на одном из выступлений наших подошел к нам еврей и спел несколько куплетов. Сказал, что он очень любит израильский еврей, который сейчас живет. Причем он еще цитировал другую. Там была и бесплатно «Отряд поскакал на врага». И вот эту песню. И несколько куплетов вот этой, буквально обломки. Нам очень понравилось, но больше слов он не знал. А потом случайно на Верхнем Дону, на Хапре, в экспедиции, казак спел еще другие куплеты. И вот в итоге мы смогли собрать целый вариант. И с этой песней поедете на гастроли в Израиль, да? Ну, если пригласят. Возможно, да. Думаю, вряд ли. Я не знаю, вернешься ли вы оттуда, но смеяться они будут. Они всегда смеются, да, мы уже пели в еврейской компании, в такой, из Израиля были люди оттуда, очень им понравилось. Ну, вы нас успокоили. Я